Вот я дошел до этого места. Это памятник этому Авлиаты. В честь его город раньше был назван Авлиата, после Тараса Кадыша. Здесь вот такая вот статуя. Там историю описывает. Вот тут свадьба, тут невеста с женихом. Это место паломничества, как говорится, свадебное. А это вот вид города. Отсюда река Талас. Знаменитый наш Талас. Река. Ну, такая здесь ситуация.